Приветик, девчонки! Я сегодня снимаю видео, ну, в такое вот вечернее время. Конечно, изображение не очень хорошее, но хотела с вами поделиться небольшой радостью о полученной посылке с Buying Coins, штатив, на который я сейчас снимаю, вернее, как на который я сейчас снимаю, на котором сейчас у меня стоит в данный момент видеокамера. Кстати, очень удобная вещь. У кого еще нет ее, обязательно приобретите или закажите. Очень нужно. Я, конечно, хочу заказать еще и побольше размером, чтобы можно было, например, снимать себя в полный рост, какие-то аутфиты. Ну, пока первоначально вот этот штатив. Рядышком со мной сидит моя дочка. Алина, появись в кадре. Вот она. Скажи всем привет. Всем привет. Так, ну что еще? Значит, я заказала себе вот такой вот приборчик для завивки ресниц. Он выглядит вот таким образом. Вот, то есть он подставляется к ресничкам, надавливается. Здесь такая внутренняя пружиночка. Ну, не знаю, никогда в жизни не пользовалась прибором для завивки ресниц. Я просто решил попробовать, что же это такое. Кстати, на Buying Coins там еще есть такая вот завивалка. Она, по-моему, с батарейками. И такой делает небольшой нагрев вот этой плоскости, которая соприкасается с ресничками. И то есть у нее эффект даже еще, по-моему, лучше. А что еще? Приобрела вот такой вот переходничок. Как розетка. Да, переходник с евро вилки на, вернее, с американской вилки на европейскую вилку. Ну, в принципе, как бы сейчас она мне не нужная вещь, но у меня у сестренки вот такой штучки не было. Она заказала себе с Buying Coins тоже какую-то, по-моему, машинку для удаления катышков. И вот зарядник есть к ней, а, к сожалению, вилку такую она себе не додумала заказать. И я ей отдам. Так, заказала также себе для кисточек. Так, скажите, пожалуйста, как это правильно называется? Я забыла. Ну, короче, кисти сушить. Специальная сетка. Из головы вылетела. Она такая длинная, то есть ее хватит намного. Вот, давно тоже надо было ее приобрести. Все никак руки не доходили до Buying Coins. Вот. И заказала себе также ресницы с клеем. Вот такой вот клей для ресниц. Он у меня, я не знаю, половина, наверное, уже вытек. То есть посылки, когда я получила, у меня посылка была измазана вот этим клеем. Наверное, скорее всего, совсем чуть-чуть осталось. И вот такая коробочка с ресничками. Реснички, ну, размер. Вот такие средние. Не знаю, конечно, по поводу размера, но на ощупь они, не знаю, мне кажется, как кукольные такие, пластмассовые. Не такие жесткие, конечно, как у куклы, но и не мягкие, как хотелось бы. Попробую. Ни разу, кстати, не пользовалась тоже накладными ресницами. Даже не знаю, как их клеить. Наверное, придется поискать видео на YouTube, поучиться. И затем сделаю я небольшой макияж с помощью них. И, может быть, вам его покажу. Ну, все вроде бы. А, что хотела сказать по поводу посылки. Посылка мне на этот раз шла очень долго. Прошло, наверное, сколько? 48 дней почти. 48?
Как правило, мне с этого сайта посылки доходили за 3 недели, 3 недели, 4 недели максимум. На этот раз что-то они, не знаю, что произошло, скорее всего, на нашей таможне, потому что отправили они, в принципе, не так и отправляли, не так и долго. Но вот этот клей мне пришел, наверное, как раз ровно через месяц. А вся остальная посылка пришла мне сегодня только. Посылку разделили на 2 части почему-то. Как я поняла, что клея не было в наличии на тот момент, когда я все это заказывала. А получилось так, что клей мне пришел в первую очередь. Вот. Ну все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Всех целую.